Здравствуйте вам, всем привет, с вами Нина, и сегодня я, короче, хочу, боже, вот смотрите. А, уже 153, блин, ребят, спасибо большое, уже 153 лиров, даже уже 153, я вас просто обожаю, муа-муа-муа. И о чем это видео? Кстати, я еще хочу поблагодарить вас за... Сейчас, так, нет, ладно, тут я не найду. Я хочу поблагодарить то, что вы... ну, как бы вам объяснить, то, что вы... Господи, у меня на каком-то... обучении Пони Тауна, господи, от радости даже говорить не могу. Обучалка Пони Тауна собрала 1000 просмотров. Вот все. Было, вот, вроде 3 дня назад было 889, а сегодня уже 1090... Чем-то... Нет, даже может быть меньше. Сейчас посмотрю. Так. Это все интро. Вот кусочек. Это... Не то, кстати, сейчас игра в Пони Таун. Блин, это такой ой, там вот плагиат. Наверху стоит Светка. Ну ладно, не важно. Там еще какая-то манго бегает вокруг нее. Вот это что плагиат. Ладно. Вот. Сейчас где-то тут... Вот. Там еще, как вы смотрите, 1000. 1000. Так. Вот. Пардон. 1000? И 3-4. Короче, это вообще... Спасибо вам большое. 26 комментариев. Я видел 26. 26. Да, да. 27 уже! Ну, спасибо вам большое, ребята. И о чем это видео? Помните, короче, последнее видео, типа... типа, очень важная информация, ну, очень. Там, короче, девочка, она орала на меня матом в комментариях. Она, короче, блин, вот это тебе обращение. Короче, ну смотри, я FNAF не унижала, я же в комментариях написала то, что это, типа, видео не... Я не собираюсь унижать FNAF, как я могу его унижать, если, блин, если я сама иногда за FNAF ролю, за манго, господи, у тебя логики нет, я бомбила не за того, то, что меня хотят, типа, взломать. Я же тебе там написала, ты видео не до конца смотрела, блин, ты такая тупая, господи, и ты же материшься. Ладно, хорошо, матерись, свои проблемы, твоя жизнь, все. Ну ладно, всем спасибо вам еще раз большое, с вами была Нина Зе Киллер, Мата Омини.